наступающим 8 марта. Дети, этого же не было в сценарии. Дело в том, что сегодня мы знакомим вас не только с интересными женщинами в наших сюжетах, но и, конечно же, репетируем поздравления с 8 марта. Мужчины, не подведите, пожалуйста. Помните, что женщины всегда ждут от вас именно поступков. Поступков, а не слов. Но всегда более всего ценят маленькие приятные мелочи. Так что генеральная уборка за вами. До свидания. С вами была я, всегда ваша Светлана Боровская.